Так, вот мы положили газетку сюда. Контрольно там уже видно внизу. Положить на дни. И тут такие 4-рамочные отводочек. Довольно плотно они обсыжают рамочки. Сейчас мы их обробуем от клеща. Мы берем такую штучку и проливаем вот так по улочкам. Равномерно. Все, это наша контрольная семейка. Поскольку она была отводком, поскольку мы ее обработали. И через годину-дві будем дивиться. Якщо есть осы, будем дальше принимать решение. Вот так вот обробка пеном. До речи, оцей метод, цією штучкой, что мне посоветовал один мой товарищ хороший. Руки совсем не касаются яда. То есть, раньше я пробовал шприцами. Постоянно капельки цього яда попадають на кожу, то есть це не хорошо. В резинових перчатках неудобно.